Всем привет! С вами за студия Черепашки-рисовашки педагог Марина. И сегодня мы будем рисовать вот такую прямо новогоднюю рождественскую картинку. У нас светит рождественская звезда, навалило снега, гирлянда из елочек и шишек и окошко в сказочный мир. Я вас приглашаю, присоединяйтесь. А я подготовила все необходимое. Лист формата А4, гуашь, несколько кистей, палитра. И приступим. Для начала мы наметим композицию. Нам нужно нарисовать овал. Вот такой вот овал. Возьмите, может быть, кто не сможет сам от руки нарисовать. Измерьте, а я умею. Так, и вот такое вот окошко, овалообразное окошко. И сразу проведем линию горизонта. Так, у нас вечереющая такая композиция. Вечер, рождественская ночь. Поэтому мы будем вечер рисовать, да? Желтое солнце желтым с белым на палитре. Да? И вот здесь вот у нас будет вот так желтый, ну, садящееся солнце. И переходим на синий. А здесь мы уже прям вот так овальчик обрамим синим или темно-синим. Посмотрите, какой у вас есть в арсенале. Так, и сгладим все через белый, да, через белый. Вот, вот такая вот у нас будет такое небушко, да. Так, внизу, внизу мы закрасим белый или голубой. На картинке у меня было таким голубоватым цветом, можно его сделать на палитре и тоже просто все закрасим. А вот вокруг теперь мы сейчас будем заливать. Заливать черным, темно-синим, фиолетовым. Сейчас я вам только покажу. Так. Ну, а дальше это видео у нас идет в платной серии. Вот так вот прикладываем, где за чисто символическую цену вы можете приобрести это видео. 100 рублей. Вся информация, как... куда перейти, будет под этим видео. И заливаем весь фон. И таким образом далее заполняем все детали. Еще раз покажу картинку, которая у нас в конце получится. Вот такая вот красивая новогодняя рождественская картинка и рождественская звезда. Я вас жду. Присоединяйтесь. Пока-пока!